Вот она, арка дружбы народов в Киеве. Тут вот новый мост построили. Совершенно новый. С видом на Днепр. Удивительно. Новый мост. Круто. Круто, вообще круто. Это что-то новое, чего раньше никогда не видел. Супер. Он имеет интересную форму. Он идет по кругу. Классно. Вообще, вот одинокая, никому не нужная девушка идет с ножками. Да, круто. Ой, ой, дырка в земле. А я боюсь. Ты не будешь провалиться в землю, Наоми? Иром первым. И такие, пиздец. Потрясающе. Что вы скажете? Мама, что ты скажешь? Тебе не страшно? Точно не страшно? Скажи, что тебе не страшно. Тебе не страшно? Тебе не страшно, мама? Точно не страшно? Да. А почему тебе не страшно? Потому что я думаю, что я не упаду, потому что я думаю, что стекло крепкое. А если оно сломается, так хрусь, и так и нет орешки. Идешь только мама, брось ее на тыкву. Ничего себе, сейчас они все провалятся. Смотри, ну сейчас раз, два, и так пух, никого нету. Да, весело. Стекляшка такая толстенькая. Сегодня теплый день. 17, понимаешь, июля. Какого июля? Сентября. А еще что июль? Июль. Да, мой бею. Con colores. Си? Во, и там площадь. Класс. И музыка из Титаника. Видишь, музыка из Титаника. И фильма Титаник. У нас Днепр. Видишь музыку? Масло кета не на сквел, си? Прикольно, Днепр! Си? Te gusta cuando brilla colores de castán? Sí, castaña. Это время падения каштанов. Из купенды, да, они плюют воду, она говорит. Прикольно. Слушай, я этого все не видел, хотя, прикинь. Я этого все не видел. Не, я тут не был. Ой, фонтан, как в старом Киеве. Времена государя-императора Николая II строили такие. Прикольно. Это старый киевский фонтан. Они плюют воду, эти рыбки. А это четыре фонтана, старый киевский фонтан. Так были при царе, так-то белые фонтаны.
Это стиль такой. Помнишь, там есть старый фонтан в Золотых Воротах такой? Это такой стиль. Классно. Супер, что сделали такую штуку. Да, Наоми? Классный фонтан. И рыбы плюются в воду, да? Плюются. Ничего себе. А можно там вроде купаться? Плавать? Классно. Фонтан.